нужна. Так, ладно, подожди. Массовое начисление. Сколько у нас пришло? 30 человек. 55. 55, наверное. По возможности сегодня в руль магии гербы сходить. Ой, вы бы его как каждый, когда закрывали, а потом уже такое просили. Ну, типа. Все. Так. У половины проходки тут нету. Ну ладно, меньше, Ну, чем сейчас половина. бьют и будет. Пейте фласки ДДСные, хилы сопроты. Мажьте масло. А Андрюха на танком что? помощнике. Танком сопрот. Меня А масло кто на танки? кухне. На сутки. Первый. Да, БКСные, ДДшные фласки. Танчат good help и уфолог. Первый будет танчить уфолог, да, не забудь включить. А кислоту кто Да. танчит? Правильно, неистовство. Что еще раз? Gold help. Кислоту. Вот. Кислоту будет good help танчить. По поводу, будет первый босс, третья пати слева от босса бьет, четвертая справа, РДДшников, Майлик слева, или Бэкбери слева, Мавар Скибиди справа, Буревестник по центру. Сразу не врываетесь, дайте поставить босса, первый будет танчить уфолог, дальше выходят две кислоты, сейчас метки вам поставим. Блин. Андрюх, начинай ставить метки, это у меня заболос. Там будет три метки стоять, сейчас по пати их расставим. Женя, будешь танчить кислоту в крестике, сейчас тебе крестик Ребят, поставят. суммоньте притоны, Снимай вообще. ребят, суммоньте притоны, он находится в гримаре. Ставьте шкаф Локи, Так, с рейдинг. третья пати будет на змея Хром. Четвертая пати печенька. Пятая пати Луна. Пятая пати Луна. Это касается, когда змеи выйдут. Женя, ты будешь танчить кислотную, это которая вторая вылезет. Будешь танчить вот в крестике. Прижался в крестик. Спиной туда вот сейчас поставлю. Не ставится, нет. Почему-то. Куда бойчик, блядь, слил? Ой, как хорошо, что квест дали. А куда бойчик слил, блядь, все ИП? В 10 раз уменьшилось все. Или сколько? Будешь к кресту танчить, то есть упрешься в стеночку и будешь танчить. РДДшники, кого заморозят, будете подбегать размораживаться в луну, милики вас там подбежит сам разморозить. Жень, прям вот сюда в угол упрешься и будет танчить. Дальше. Выходит ледяной рев. Мы будем его держать либо у звездочки, либо у звездочки. Все должны будут в этот момент фетов убрать, либо у трусов. Там будем смотреть по ситуации. Когда сказали вам сбежаться, все сбежали к пивару. Сразу же, мгновенно. Так, все покушайте рыбу. А можно во вторую пати орка кинуть? А то в третью пати аж три орка. Если по возможности. Ну чё, блядь, 2% силы миликом. А у нас роги вообще есть. Вон, Иридара, короче, им дай. У нас нету Это все, орка. тихо, тихо. На. Вот так. Дальше выходит ледяной рев, когда сказали, сбежали либо в звездочку, либо в трусы. Сбежимся. Нужно будет разбегаться вправо-лево. Никто не бежит вперед, бегут все. Либо так, вправо, либо влево. И вот все упираемся вот в этот пиларчик. Будет танчить уже уфолог. Если убьем с первого трая, накину 2000 ИП еще дополнительно. Все, готовность. Саша, а мне-то на первом что делать? На первом, Компанию Жень, что-то. по 4 стака танчишь вместе с Андреем. Андрей тебе будет говорить, когда забирать, когда у тебя будет 4 стака, скажешь, Андрей, забирать, и он заберет. И все. Локи, обновите бафы где-то. Подожди. Уфолог Да, в ПВ, 200 смотрю, точнее. стоит. А я что, танчу? Да. Я танчу или Да. что? Танчу туфолох и гудкал, правильно? Лапку можно? Да. Первый будет танчить уфолог. Дайте лапу и инту, пожалуйста, еще. Семьсот пять ресов маны в бою. А чё он? Да иди ханта, Егор, одевай, ты ж хантом с нами гоняешь. Все, готовность на пол, если все По готовы, команде? запускаем. Я Так вообще, же, короче, слышишь? А, все, молчу.
Дайте лапку, Андрюха, пожалуйста. Единственный друид. Дали уже. Давал уже. Все готовы. Добро пожаловать, герой. Притон, закастуй СС по Мавару, Джанг по Блэкберри. Первый уфолог танчит, правильно? Да, первый уфолог танчит. Бурсты на первого босса не сдаете, у нас ДПСа много. Оставляете бурсты на второго босса, гоблина сразу же под жопу заносите. Свитчается всех гоблинов, кто может его постанивать. В огне не горите. Если огонь появился под вами и набрали несколько стаков, просто отбегите назад к конусу, вот сюда, назад чуть-чуть отбежали, вот маг сейчас прыгает с левой стороны. Отбежали, смотрите, если летит вас уже, просто мгновенно отбежали. Можете не бить босса, главное не сдохнуть от огня. Ставлю и уйду с центра. Смилики туда пока что свалили все с центра. 5, 4, 3, 2, 1. На пулы отдали в уфолога. Милики, смотрите, огонь под вами может появиться. Не спешите. 2. Пустыня тратите. За огня мгновенно выбегаем. Джипси. Смотри, если стаков много набрал, то беги лучше назад. Гоблина занесли под босса. Минус 1000 джипси. 100 точнее. Таланты, забираю. Выбежал, Блэкберри. По гоблину все играете. По второму сыграете на Якате. Как потом Андрюха БР погибси? Хотя... Блять, ничего не будет дал. Хотя лучше оставь БР. Потом. Да тут люди сливаются на поке вообще. Бля, Ренессанс, зайди ты под боссу, ёбаный стыд. А, и сорян, беру. Тихо. Да, тихо. Ой. Рей, 5. Дыкси, дайте ребаф полный. Каску, МП5. Лапка, потом Андрюха его закинешь. Ребята, а у всех его притормаживает? Да. Да. Короче, вот хелп, у тебя есть это супрот? Если есть, дай мне его, нахуй. Кто по кому воп даст, Сань? По Андрюхе только нужно будет. Закинь по сессон. Сашанька ты. Позды по Андрюхе. Андрюха доданчивай до конца. И джипси закастуешь гимн, когда босса добьем. Он скибит немного ману установит. Я уже отдал, у меня маны не было. Давай, Мавар, ты тогда. Я ловлю, которая выходит. Нет, ты вылезает, которая вылазит. Не первую, сейчас вторую. А вторую огненно играет. Только на пульте меня, пожалуйста. Да. Тех сейчас на пулы отдали в Годхелпа. Репоты нажали. У Гера дайте. Да, Гера. Мулики не бегут размораживаться, вард дашников лети. Жень, нажми мастер-кру, бабл. Ну, бабл не отту. Бабл не жми. Не пил. Миликов разморозят, подбегут с них. Жень, сейчас иди лови ту, которую ты танчил. Вон она в конце вылазит возле выхода. Будет бухово, поднимите. На пульте на него сейчас. Как вылезет сразу. РДшники набрали ренджу. И упри ее в стенку. Милики уже разбежались, набрали тоже ренджу. И харчок полетел. Разбежались за дебафом. Играем огненные РДшники. РДшники, держите ранжу. Прокидывайте уфолога. 10 метров. Милики, смотрите, еще один харчок может быть.
Бухова прохильте. Все, Андрей за танк. Держи, Андрюха, там. Уже. Уже дурон оказывается, да? Под лицом никто не стоит. Милики первой пати слева бьют, второй пати справа от босса. В задницу никто не бьет. Женя, беги к воротам там. Будешь второго босса ловить, когда выйдет Динова. Где его держать? Будем его убить уже в звездочке, но я тебе скажу, куда его вести. Пока просто словишь его. Веди к нам его, в печеньке веди. Прям веди в печеньку, в босса, в кислоту. Ближе чуть-чуть подойдите к ледяному реву, чтоб фридом достал до всех. По урону что-то херово все. Сегодня. С фридом. Ботик, доиграли в Destiny. О. Ботик, скажешь, когда ПС дать? Тут по урону все хуёво. Надо менять кого-то. Кто больше ДПС дает? Что это было? Да. А потому что кто-то улетел туда. Вдруг. Вдруг там же жутко еще жива, если что. Да. Такой момент. Сколько просить не отдавать бурсты на первого босса? Кто там меньше ДПС дает пока что? Джипси, Притон в демоне. Есть урон по кислотной? Откиньте. Кислотный урон. Сейчас поменяем варочку людей. Я, короче, предлагаю типа это, Женю в Элему пока нахуй. Типа Женька в танка, голдхелпа в села, да. Потом да, кто там? Да. Давай, давай. Зен. Притона обратно в Эстрика, чтоб он хуярил. И, короче, это... Кто-то на замене есть вообще кто? Да есть, хватает людей на замене. Так, Зейн, давай Велема. Велема. Женек, прыгай в танка пока. Пока эти, суть до дела, Локи, ты киньте шкаф, киньте сумонку по Нальханту, пожалуйста, срочно. Че, у меня хила, да? Че у тебя? Да, тебе хила, Женя, в хила, который будет хелп, Женя, скибиди в Элема. У меня шмотки-то в банке, я ж тебе говорил. Да лети, ну, блин, ну... Лети, 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 забери шмот. Каждый раз взял, нажал камень и все, нахуй. Пошел. Каком на ГД? В чем на проблема? У тебя маги здесь стоят, сказал открыть портал, нахуй, ну, шмотки. Ну, портал попросил. Я попросил его, портал. Все четко, ну, сказали, зайти, попа. Так, дрипки, дрипки. Давай пока в это... На замену Чернобыль иди в рейд. Притон в Дестрик. Сумки киньте, пожалуйста. Да мне кажется, демоны должны больше давать в таком шмоте. Теперь что-то. Не, нормально, там Женя будет в Элеме. Нормально. Это самое, я забыл, как зовут юношу. Да никто. Паша, 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 привестник, с тебя тогда тотем на тотем природы. А в кого кидать ПС-ку? ПС-ку бойчика с пула сразу закидывай по КД. А, по КД кидать, короче, в него в начале на первом бойчике? Ну, по КД, кинешь ПС-ку в начале с пула, а потом он тебе будет говорить, когда закидывай в бойчика постоянно. Ага. Чё-то я так нормально тут поглощал урона. Все нормально, давайте этот рыбку, у меня просто... Ну что, у всех зависло? Нет. Нет, ну всё. Мне не нравится, что сейчас словом происходит. Не буду. Да, сегодня капец баги были, его может быть, того, рестарт что, делали. Стрим включили, ребята, такого не может быть. Это же бред полный. Нет. Давайте стум всех, потом Чернобыль. Я ДПС в этот Дискорд скинул, потому что в чат не влазит. По кислотной тобе.
пока этот Леха побудет на замене. Сейчас этот босс быстрее его пройти, и там дальше проще будет. Босс такой. У нас урона реально сильно не хватало. Еще раз напоминаю, не бурстите в первого босса. Оставьте все бурсты свои. Вы спокойно убили кислотную. Мы ее, если убиваем быстро, гораздо упрощается убийство босса. В этом, в принципе, основная вся сложность. И разбежаться вторая сложность. Все. Просто. Не умереть, главное. Дальше. Чернобыль покажет. Так. Надо все, готовность. Или он тут, а я не вижу. Если АФК, значит, самочик, ты тут? Самочик, который... Все, давай, маг. Тогда в пати. Слышали меня, да? Какая замена, если он, блядь, проебался? Самочик закинешь в притона. А там минус не пойдет за АФК. Да, сейчас сделаем минус типа. Минус 100. Минус 100 за то, что... Что такое, блядь? А сколько получается сейчас, если в тебя врезается босс, сколько снимают? То есть тогда 5000, сейчас сколько? 1000, 2? 500. 500? Репостните мага, маг закинь по притону по эту МКшку. Еще раз готовность. Если все готовы, то пока на время, да. Кушай рыбу. Так, сейчас. Так, Лагавр еще вы уже сдох, да? Окей. А маг что, ПВПшный, что ли? Ну, ПВПшный. Посмотрим. Ладно, все. Еще раз готовность. Лени. Макс, ты слева от босса. Все, все готовы, запускаю босса. Андрей первый тайм. Женек, давайте первый. В принципе. Просто в центр вот сюда босса уводишь, где Андрей сейчас стоит. Тебе проще дрон брать. Не забудь включить фростойку. Истерию будешь закидывать в никотина. Танчик кислотную. Никотин с мистер Бондом можете обмениваться этим. На полуамень. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. Бурсты, еще раз напоминаю, не сдаете первого босса. Все бурсты должны остаться. Давай Андрей потанчит первый. Выбежал. Ренессанс. Да и так, как если набрал, отбеги лучше. Выбежал. Лок. Лок под босса джан. Может кастовать под боссом. И сейчас топай каст. ДНК прохил. Притона. Прохильте. Притона, прохильте. Подбеги, притон, подвигайся. Еще дальше стань. Гоблин забежали. БР по притону. Почему ханты долбят босса, а не снобольда?
Женек, боб умеешь хоть снимать? Притон. Вставай, дебафните притона. МК ему маг закинь. Который самотик. Третья пати в ромб, четвертая печенька, пятая луна. Подбегают через размораживаться РДшники в луну. Милики не подбегают. Играйте пока по огненной. 3, 2, 1. Сыграли по кислотной, геру дали, припотно нажали. Забежение за чифтру затанут. Смотрите, аккуратно, медики, может уже быть где-то рядом с вами. Не, нормально разливать. Побежали к луне размораживаться. Женя, айсбаунд нажми. В лужу не отлетайте. В медиках. Женя, уприв какую-нибудь стенку ее. РДшники уже набрали рейндж. Велики, разбегайтесь уже. И пока не подбегайте, босса бить. Подождите харчка, разбегите, наберите рейнджу. РДшники с центра тоже свалите. Пошел харчок. Женя, Годхелп, нажми массакра бабл. Дамажится. Женя, ты дамажишь стоишь людей. Беги немного. Так она здесь. Нафиг к воротам вообще не. Женек, когда выйдет ледяной рев, заведешь ее прям в чешую. Мы не успеем ее добить, она тут мужу постелит. Выбора нет. Сейчас Андрей ее подвезет куда-нибудь. Нормально. Держитесь близко к ледяному реву. Вообще, чтобы здесь доставали фридомом до вас. Нужно будет добить, пойти огненную. Где она там вылезет. Уже трусов. Все, добиваем, добиваем. Все добили. Держитесь ближе друг к другу, чтобы достал фридом. Фридом? Ну? Ну, уфлога далеко. Убили. Усы, подбегайте. Прохиливайте, ничего. Трусам все сбежались. Разбегитесь, главное. Петов не забудьте убрать. Не было звонка. Женька, перетаунти, самотик. Оп, хорошо. Прохил его. Сбежали все в трусы. Прям в пивар, встаньте, все в пивар, в одну точку. Хорошо. Право-лево разбегите. Побежали, побежали. Хорошо. Еще будет два врезания. Ну, пока нормально идем. Не очень. Ренессанс.
Трусы уже приготовьте сбегаться. Сбежались. Смотрите, не помирали. Андрюха зальет Сейнер по буревестнику. Блэкберри закрыт из гимномана, я сказал вред. Бежались. Не, у вас ДПС не хватит сейчас. Женя, за таун читы. Жми все прожимки свои. Айсбаун. У вас... Ну, ну все же. Падайте. Что там, Галина умерла? Здесь не пугает них масбаунда, он не монстр. Слушай, чем мы масбаунд под плевок огненный не даем? Вот мне, блядь, она плюнула, кританула, мне 3 секунды захила не прошло, я сдох просто от дотки. Ну, типа, вот этот плевок айсбаунд... Слышь, давай я на кислоту зайду на вара, там ДПС в разы больше, блядь. Я не могу смотреть на эти цифры, мне тошно. Да оставайся, черт будет, тихо. Давай, вагон не проблема. Заходи быстрее, рыбу ставим, ребахаемся и погнали. Есть, Андрюха, рыба у тебя? У меня почти рыбы нет. Рубаешь рыбу лежит. А, да. Гавр. Гавр поставил. Дамаги игру проще кем-то. Здесь сейчас кто-то сдохнет, как всегда, вначале. Паску ханту киньте, пожалуйста. Саша, я позже зашел. Чернобыль здесь? Нет, убери его из рейда. Он на ФК шел. Он здесь должен быть. Ну, он про ФК шел, когда он должен был здесь быть. Он должен в рейде получить типа за это. Еще и должен за это получить минус. Давай, короче, по баунту я буду говорить, когда он... Если что, будешь говорить. Блять, он просто сказал, у нас 33 с канале, он нас не слышал, если что, он в другой крылке сидит. Так что ладно. Да не, это тоже как бы, ну, слышишь, сидит просто нет, тратит дай ему время. Дело не в этом. Он не слышал, что мы говорили, потому что он в другой курилке нас сидит переполнен. Все, запускаю босса. Слышал, да? Я буду говорить, что КД прошло, если что будешь говорить. Или самому нахуй давай. Да, вижу, блядь. Ну ладно. Кто первый заберет? Андрюха заберет, ты с него снимешь. Хорошо. Кстати, Боб так и не дали, мне пришлось кровь вампира. Твои чудовища, не чета героя. Ты, главное, агро держи, а то там снесло одного человека. Да? Да. Я немного, видимо, тух дотонул нечаянно. Оставляй просто руническое, или как там правильно, оружие. На... Пускай сразу не убивает, там, буквально пару сверх хотя бы. И на пулы вообще, когда выходит змей, по КД в Женю отдаете. Ну, кроме рок. Бусты не тратите. Так, а чё я так же? Я даже не приагрил. Гоблина занесли. Буревестник под босс. Выглядел не служен.
Зайди, пацаны, не вот сюда, глубже немного под меликов, прям внутрь туда зайди. Угу. Ганка, прохильте, Готхелпа прохильте. Гоблина занесите. Так. Блэкберри закастует одним на ману. КД пока. Нюхай еще не дальше зрения. У меня еще один. Понял. Ты руником, наверное, перебиваешься. Можешь на ЛТшке лежать? Да нет, я сейчас это, с тачиски наш слетели, я и забрал, или не надо? Плохо. Не надо, он тачит. Ну все. Все, стой. Не-не, я сам сейчас забрал. ЛТшки, если просто кидаешь рядом с тачкой. Да похуй! Чего, тихо? Холоху Боб давать? Да, да, обязательно. По меткам разбежались. Играли пока по огненным. 3, 2, 1. По кислотной играем все. Геру дали, припоту нажали все. Бурсты свои все дали. Майлик, нажми баблом, масса кру. Хотя не надо. Ну ладно, все. Уже Андрей бежит. Ну я уже обдал. Я вижу, 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 вижу. Женя, сейчас кислотную тупо поведешь в огненную. Че поел баблку? Пока не надо. Хорошо. Забирай и веди ее в огненную. РДшники набрали ранжу. Забери босса. Разбежались мелики. РДшники набрали ренжу. Женя, готовь фейсбаун. Скажешь. Да. Давай. Подожди. Нажимай. Готхелп тоже готовься. Нажимать. Давай, идите, бейте. Первая патчи слева, вторая патчи справа бьют. Андрей потанчит, ты пока Женя тоже босса бей, скажу, когда побежишь встречать босса. Угу. Андрюха, встань, где-то примерно в звездочку зайди. Будем бить в трусах, если что. Второго босса. Под жопой никто не стоит, там уже будет появляться. И под лицом тоже никто не стоит. И смотрите, слева, справа тоже под лицом не стойте, а то на конусом дышка сбреет нахрен. Оно неправильно пишет Женя. Он сейчас выходит уже. Сейчас, появить время. Полога главное прохиливать. Где-то на процент 10 выйдет. Вот. Войд, закастуй гимноману. Андрей, залей минер по мавару. Женек, уводи в трусы, все бежите рядом к боссу. Кто... далеко, выбегайте к боссу ближе. Фридом достал. Кого откинуло, подбежали ближе. Тех прокил. Ебать. Андрей, бери, Андрей, переагни. Переагни. Поставь всех в трусы. Спокойно, Женя, не пиздец, лишней информации. Разбежались справа-лево. Как добьем, мавар закастуешь гимноману. Ну, как разбрежется. Молодцы. Камеру, блядь, вверх.
поднимаете, короче, смотрите, где череп, ёбаный в рот, нахуй. Да и так потом бы, когда будет разбегаться дальше. Прохилили всех. Бэкбери и мистер Бонда умрут, определенно прохильте. Тоже умрет. Трусы приготовили сбегаться. Сбежали в трусы их. Буревестник бежит, он в другой стороне. Все почти вправо убегают. Молодец. Прям кто-то прям в босса побежал. Ну это. Гава и Скибиди. Там двое побежали. Сказал влево, блядь, бежать, ну? Вправо точнее. Вдруг когда врежется, да. Да, наверное, смысла нет. В трусы заходите заранее, блядь, сразу же, нахуй. Хули вы стоите, хуй пойми где, каждый раз. Влево все. Камеру подняли, смотрите, видите, куда все влево, нахуй, побежали. Не, это... Это вообще... Падайте. Не снимайте, зайдите все под лицо, все в одну точку, встаньте. Не снимайте там фридомом. Зайдите под дыхание. Я не понимаю, вы что, вообще ебанутые, вот честно, от слова совсем? Не можешь сориентироваться, блядь, бежи в трусы, короче. Камеру я поднял, блядь, ты видишь, где череп. 100%. И вообще не должно быть такого, что вы не можете сбежаться, блядь. Не, блядь, не понимаешь, не может сбежаться, бежишь, ебало, нахуй. Я не, вообще, мне жопа горит. Я хуй знает, как у всех, но у меня ДБМ стрелочку показывает. Нажать на эту стрелочку. Так, нет, ну я имею в виду, если кто-то не понимает, могут по стрелочке бегать. Ставьте рыбу, заходите, бить будем. Сейчас, меня завис, на 2 секунды, сейчас перезайду. Так, отходи. Чер... Сейчас, Чернобыль начну. Ты видел, где я умер, нахуй? Я в квадрате умер, блядь. Не тебя же убило, Егор. 100%. Значит, словил. А там он около квадрата и бежал, типа там череп. То есть, чуть там один получается в сторону. Там не все забежали в сторону, один стоял, блядь, со стороны квадрата, а второй со стороны, короче... Со стороны, короче, получается, вот сюда, к ходу, блядь. Куда побежал Женя, еще кто-то с ним. Куда побежали? Он на гравитон стоит, смотрите, все минусы будут нахуй. Да похуй, похуй, я тебе говорю, прыжком я отпрыгнул, ну, вообще, похуй, на эти цифры. Ну, второй раз словил. Еще раз говорю, Скибиди и Гава побежали не туда. Я тебе еще раз говорю, ты видишь, что тоже побежал кто-то на босса, а не вправо? Короче, нехуй спорить, потом Влад видос пересмотрит и все минусы нет, вообще поебать. Ну вот так проще будет. Там за прошлый трай еще снимали этому, как он, Локу минус 100. Да. По-моему, да. Сейчас проверим. Чернобыль, заходи в рейд. Чернобыль. Троян, если что, пришел. Еще. Троян. Чернобыль, заходи. Ты тут? Ну, он здесь сидит, он в рейде. Вот Чернобыль написано. А. Опять, наверное, отошел. Ну, сейчас кикнем тогда с рейда. Вроде говорил, что у него игра зависла тоже. Он здесь и написал. Да, еще придет.
Андрей Троянский, заходи в рейд. Все, заходите все, Кадама, заходи. Кадама, ты тут? Так, гавру снять. Сот. Так. ДКшка с Энджино, ты тут или нет? С Энджио. Все, заходи ты. Поставьте шкаф, засумайте Троянского и ДКшника. Чернобыль зашел. Чернобыль зашел. Тогда пока ДКшника не сумоньте. Он вот здесь, ДКшка, выбегай. Выбегай, ДКшка. Санек, заходи. А что я на замене? Я заходи, говорил, заходи, ты не заходил. Так я сказал, я перезайду. У меня вылетело нахуй. Для ДЦ, смотрите. Первые ПС-ки все можете отдавать в РДДшников, которые вверху. Помогу, что по бойчику, что определенно надо только после первого врезания на ледяном. Все. Ну вот я и жду, он все время молчит, я не знаю, когда сдавать. Раз врезали. Все, хорошо, закидывай просто всегда в джанка, да и все. В джанка всегда? Ничего не, ему ничего не будешь сбивать, да. Закидывай, когда в него напишешь. ШП, ШП, да, который у нас? А, подожди. Когда она, ну, блядь, ладно. Да, Санек, давай в меня, Санек. Санек, кидай в меня, Санек, точно никогда не пробовал. Кидай, ставьте рыбу и погнали. Гавру я снял, минус 500. Не снял. Пацаны, вопрос такой, почему Талмивен полностью скидывает все настройки? Уже вторая хуйня за сегодня. Кто не подскажет? Ставьте рыбку. Ладно. Толмивен хуйня, блядь. Ой, согласен. Поставьте кто-нибудь ГБ, пожалуйста. Рыбы в ГБ у меня осталось. Один человек. Поставьте ГБ. Я поставлю рыбу, блядь. Скажите еще раз, Ник, кому ПС-ку кидать, я что-то не могу к его боте найти. Джанг, дайте бы упомог. Джанг. А, все, Джанг. Понял. Да. Ага, спасибо. Все, ребаф, отдаем. Вообще, как бы голос уставший, ничего не хотел. Женя, у тебя слышно, как ты разговариваешь по телефону. Влад, чего не хватает? Все, все готовы, выпускаю босс. Занят, ладно, давай минут через пару. А конь коня присмотрели? Ну, присмотрели. Конь пока на замене. Там вас захожу. Будет. Коня не хватает мне. Те из вас, кто смогут пережить испытания, пойдут в ряды серебряного авангарда. Гинту, гиньте, пожалуйста. Мои чудовища не чета героям Альянса. Все, соберитесь. Сейчас кто будет слакать, пойдет на замену сразу. И минус ИП. На этом боссе. Разбегитесь слева, там РДДшники чуть-чуть. В милизоне огонь, смотрите аккуратно. Выбежал. Гавр, как ты сдох, ты? Давай умрем, блядь. Сначала боя минус один, пиздуна. Так чё, умираем? Да давай бить. Да.
ДПС дадим. Погоните, ну, ладно, падайте, падайте, падайте. Какие стаки? Как эти вообще стаки могут быть? Ну так, смотри, сколько раз просить? Не забегайте в начале в босса. Вы можете 10 секунд, 5 постоять. Да я самый последний залетаю в босса, что ты орешь-то? Да я не тебе только говорю, ну. Вообще всем говорю. Милика. Ну что, блядь, давление давит на мозги или что? Снегопад идет. Не знаю. Заходите. Никто в ходе не идет. У меня загрузка повисла. Такая же хуйня. Чё за хуйня с сервисом? Второй раз подряд. Вов, перезайдите. Гаур, гаур. Санёк, я минуту перезахожу. Это из-за того, что вы заходите, типа, когда бой еще не закончен. Ну, типа, виснет. Это понятно, но это что, наша проблема? Ну я просто рассказываю, чтоб так, чтоб не было такого. Я сам зашел. Зашли. Зашли, зашли быстрее. Оп-оп-оп. Раз встали, пошли. Еще раз. Сейчас, если я замечу, кто пойдет раньше бить босса, сразу минус 5000 дам. Будет 500, в смысле? По милику. Ну, да, похер, может, минус 5 будет. Что, блин, уже задолбала эта фигня. Ну, давай, опять. Нормально. Господа, просто кто-то не слышал. ДПС, который меряется, по которому вас меняют, меряется по змее, под которую дают геру. На первого босса всем поебать. Зашли быстрее, оп-оп-оп. Не докажешь, вот просто не докажешь. Вообще, я проще скажу, вы вот все, кто падает на первом боссе от огня, вот просто, блядь, не знаю, потерянные люди, нахуй. Каштан? Заходи, Андрюха, Кадама, раз-раз, зашли, взяли. Быстрее. 5000 не лишнее, не сука. Я кручу, блядь, ну, баранку, чтоб он загрузил. Если что ему сделать, все не будет. Блядь, ну заходи быстрее. Захожу. Дама. Грузит. Так, Егор, давай пока на замену тогда, ладно. Конь, заходи и поставь шкаф рейд. Брон будет больше щучусь. Так, фласку, ты должен сам с флаской Эндри. Поставьте шкаф, Чернобыль или Джан. Троянский. А в 3 хила не захилят, если я в ДД спекну? 4, как бы захилят, но... Ну, это предложение. Нет, Дим, хорошее предложение, сейчас не в уроне делал. Сейчас он, видишь, вздыхает на первом боссе, из-за того, что огонь разливает. 3 раза словили рёва, это уже ничего здесь не спасет, если 3 раза словить его. Как бы все нормально, со всеми бывает. Спокойно просто относить. Заслакал, сказал, я заслакал, в чем проблема? Сняли минус ТП, пошли дальше. Все, поехали. ПМК. Ну, старайтесь не слакать. Так, МК по бойчику закидывай, маг. Сама тебе. Дайте фуриба в паханту. Ты по ДК. Все Андрюх, ты тут? Да. Или грузишься еще? Да. Лапку. Спасибо. Все. Милики, сейчас если замечу хоть одного, кто забежит раньше, пока вот босс не будет стоять, где тотемы стоят. И, кстати, тотемы уберите оттуда тоже. Сразу минус 5 получит. 500, если точнее. Более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Раз вы по-нормальному не понимаете. Вечер
призван Гормак Пронзающий Бивень. Бой, герои! 5, 4, 3 Первый уфолог будет танчить на пол в него. Ну, сейчас полетит первый огонь. Все, можете идти бить. Сложно так сделать в начале. Выбежал бойчик. Джанг, точнее. Джанг, да. Ну, похож просто. Бойчик по одежде. Буревестника, Блэкберри просить. И на Джанке гоблин. Можешь кастовать под боссом. Я скажу, куда стопнуть каст. Стопай. Буревестник 7, 8 стак. 9 умер. Забери босса. Завис, наверное. Ну, похер. Может, получится свой. Женя, с тебя будет тотем. Буревестник у тебя встать есть, Паш? Я выкинул. Нету. Да и потом УБР дашь. Иннер сразу. Это сам, если не встать, давай, Сашка, лучше попросим. Как... Блять, эти катеры дохуя вроде. Женька, прохилите. И уфолога. И бафните его полностью. Когда добьем босса, Войд закастуешь гимн на маны. Хотя, не, не надо. Уже подняли его по мане. Уфолог дотанчит, Санька закинешь в него боб. Сейчас. Забежались по меткам. Третья ромб, четвертая печенька, пятая луна. Играйте пока по огненной, только дайте уфологу собрать. Свич на лишь кислотную. Еру дали, репорты нажали, тотем от его природы поставили. Денек тупо ЛПшки тискаешь. Держи руку на айсбаунде, скажу, если что. Милик. Нажми, Жень. И мастер аур на огонь тоже дайте. На... Женя, сейчас босса берешь просто. Войд, закастуй гимноману сейчас. Берешь босса и ведешь прям в эту. Она вон возле звездочки вылезет. И ведешь прям в босса. РДшники набрали рейндж. Милики. Давайте первая пати идите рассредоточьтесь. Можете чуть побежать, вторая пати убегите. Уже наберите ранжу. Первая пати, готовьтесь разбегаться тоже. Разбежались. Тоже ранжу набрали. Good help, готовь масса крабову. Держите ранжу, разбежались все. Женя, жми масс, бабл масса краб. Блэкберри, закастуй гимноману. Вон здесь и держи, Андрюх. Должны добить, по идее. Там лучше трое по урону. Сзади босса никто не стоит. Первая пати слева, вторая справа. Под лицо никто не лезет. Лужа не стоит. Тоже. Женя, готовься ловить босса. Ведешь его к нам. Скоро выйдет. Беги уже к воротам, Женя. Ничего себе. Веди его к трусам. К трусам. Все к трусам сместились. Петов уже убираете, все ханты.
Время есть. Это сделать. Локи тоже. Сбежали все в трусы. Пивар прям уперлись. Еще раз бежались. Дух стаи, хант, не забывай нажимать. Мавар, закастуешь гимноману, когда босс врежется. Только разбегитесь, право-лево, все побежали. Хорошо. Играем по боссу. Андрюха, отойди, затаунтишь босса. Женя, когда скажу, перетаунтишь. Жень, стой в трусах. Жень, перетаунти босса. Все. Ну, еще развернуть не мешало бы спиной, ну ладно. Все в трусы сбежались. Право-лево разбежались. Андрюха, затаунтишь тоже. Бить РДДшники не могут. О, заперетаунти, Жень. Хорошо. Сбежались в трусы. Прохи уже, ёбано. Побойчику... А, нету побойчику. Разбежались. Право-лево. Играйте по боссу, прохиливайте все. Саня, смотри, твоя задача в первую очередь засчитывать третья, четвертая пати. Уфолога Женька Мошник. Себя. И себя тоже. Андрей, залей инер по мавару, как сможешь. Все, разбегитесь еще. Забирай, брат, забирай. Все, стали все в трусы. Разбегитесь, и босс умирает. Право-лево. Смотри, там череп чуть правее стоит от трусов. Череп правее трусов стоит. Ну как? Прожми, Саня, бабл готовь. Главное, сними эту ледяную хуйню. Я зубы дал ему. Саня, жми бабл, сними. Андрюха, забери. Все паладины, готовьте бабу нажать. Просто сейчас, кто выживет, постарайтесь разбежаться. Если кто-то выживет, глыбы там нажмите, маги. Все, разбегитесь. По идее, должны добить. У нас три человека. Кто-то... Там дотки еще висят. Блять. В кого он там врезался? В труп? Скорее всего, в призрака. В призрака, быста. Не, он правее был вот, от меня. Падайте, вставайте и сразу гуляем. Пиздец какой-то. В кого он в четвертый раз врезался? Бей, Петя, без тебя точно урона не хватит. В кого он врезался сейчас в последний раз? Он... И три, и четвертый. Меня не показало в кого. Скорее всего, в духа креста. Хоть креста. А вам трупов было целое поле. Че, трупов не было? Да не было. Два трупа. Был мой труп и бойчик. Все остальные живы были. А, ты про этот раз? Я думал, когда там сейчас... Вадим, прыгай в этого, в ретрика. Давай. Кушай рыбу. Да у нас... ДПС хватает, я не понимаю, вы что, ебанутые? Вы просто отбежать можете или нет, блядь? Или смотреть, вы можете череп ориентироваться, блядь? Я не понимаю. Локи, тоже убирайте петов, потому что непонятно сейчас, в кого что там врезалось. Последний раз. Никто не ну, петь, типа, я тоже не хочу, но, блядь, надо что-то... Да, Петя, тут надо. Без тебя вообще будет печально все. Бля, я, короче, могу выключить комп и
Че, мне слушать вас сидеть все это время? Нет, ты можешь просто в диссе остаться, там замутить, если все напишут, что ты зашел в это время. Так сможешь? Ну, через минуту две. Ну и все, тогда можете. Так, готовность. Шнурки, Галина, Яката, Женя. Ну, Жень, все, пока будем... Иди кушай рыбу пока. Рудачок, помажьте. Давайте, давайте, пускайте, пускайте, ребят, пускайте, не ждите, давайте. Запустили, милики, условия то же самое. Чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Все, соберитесь, блять, сейчас непонятно. А у кого врезалось в первый раз? Он же заранил. Я не знаю, в кого в четвертый раз там врезалось. Первый. Был. Первый. Непонятно. Первый. Ну, имею в виду в четвертое врезание. Он три раза в стенку, четвертый раз. Два. Непонятно. Один. Милик, зона, смотрите, огонь под вами. Аккуратно. Танков закинуло. Сейчас смотрите аккуратно. Стаков не наутайте. Чуть-чуть сблизьтесь, которые возле выхода стоят РДДшники, чтобы вас хилить могли. Стволами. За Снобальдом подойдет человек? За Снобальдом забежали. Только не через огонь. И прохильте. Маваль, Ренессанса прохильте, уже вот 100 лет не хилим. Блэкберри прохил. Опять со Сноубальдом стоит, не бежит. Да уже минус 2, можно падать. Блять, вы зайдите в огонь. Ну вы реально задолбали просто. Ну что сложное, видите, вас не хилят. Подвигайтесь, побегите ближе. Ну, че вы такие тупые, просто это жесть. Не захилит кто-то один хил, подвигайтесь, закинет другой хилку. Бля, хамур. Я тебе говорю, ты зря, Малик, аспектнул ДД обратно. Минуты молчания. Возможно. Да чё оно обратно зависает-то? Потому что рано заходит в этот, в инс. Не спешите сразу заходить. То есть, вы умерли, секунд 5 подождали, зашли, когда все сдохли. Тогда так я и так дольше всех вешу из-за духа. Я не могу сразу с тела даже выйти. Ну вот, возможно, кстати, из-за твоего духа и багается. Да просто лежи до тех пор, пока, блядь, босс не заявит, то бишь не убьет всех и не уйдет. Все, потом вставай с телом.